Уникальный спектакль поставили воспитанники театральной школы «Твой выход» в Петрозаводске. За основу сюжета взята карельская басенка «Пекка Храбрец» из сборника под названием «Сказки бабки Мирии», а визуальные образы прописаны по эскизам Тамары Юфа. В этом необычном спектакле использованы самые разные театральные техники. В главных ролях – сами дети, они же кукловодят, поют, управляют сценическим светом и тенью. Мы научились гримироваться, больше у нас пластики появилось, начали работать с речью. Чем заниматься будете? Кукловодство. Это сложнее, чем просто актерское мастерство, так как там нужно именно чувствовать, пытаться куклу, так как нужно все аспекты брать во внимание, и физику, как раз таки, движение, гравитацию и так далее, вот, нужно чувствовать. Премьера – это своеобразный экзамен для 30 ребят, которые 5 дней интенсивно постигали театральное мастерство. Получилось таких две группы. Одни маленькие совсем, да, по ростику даже. И тот, кто постарше, те пошли, значит, работать за экран. Маленькие работают живым планом. За неделю дать детям азы театрального искусства от бутафории света до актерского мастерства и кукловождения, а потом еще и поставить спектакль смогла команда из сильнейших педагогов, представителей разных театров страны, которые в свое время переехали в Карелию. Поэтому уникальность постановки еще и в том, что в ней гармонично сошлись самые разные театральные школы. Появилось желание соединить вообще коллективы, то есть творческих людей города. Это мы придумали с Георгием Николаевым еще в свое время. Придумали, то есть вначале это была экстрим такая школа на 3 дня, потом мы поняли, чтобы был большой результат, что это должна быть серьезная история. И как-то очень быстро собралась команда. Очень быстро. И как бы те люди, кто вот... У нас многие мастера, каждую школу работают, они даже не меняются. Школа работает 2 раза в год, это уже 15-е. Многие ребята обучаются не первый сезон. И их всегда ждет что-то новое. Педагоги каждый раз стараются придумать разные направления обучения. Теневой театр, мюзикл, постановки с уклоном, вокал или танец. Илья Лопухин, Алексей Неживенок, Дмитрий Усиченко, Станислав Шведов, служба новостей.